На улице Пушкина установили информационную доску почетному гражданину города Михаилу Ашаку. Торжественная церемония по этому случаю прошла с участием главы Магадана. Здесь, в доме номер 7, Михаил Ашак жил в годы службы на Колыме. С инициативой присвоения ему звания почетный гражданин Магадана выступили Совет офицерского собрания и Совет ветеранов регионального управления ФСБ России. Своим решением ее поддержали депутаты городской думы. Работы органам безопасности, органам НКВД было очень-очень много. Точно так же, как и сейчас, немногих исправляет тюрьма. Так и тогда не всех исправила тюрьма, и они оставались здесь порой заниматься той самой нехорошей работой, которой они занимались до появления здесь на Магаданской земле. Со всем этим приходилось сталкиваться сотрудникам органов безопасности с тем, чтобы сделать нашу жизнь здесь спокойно и чтобы нам никто не мешал строить наше государство. Информационную доску почетному гражданину Магадана Михаилу Ашаку открыли в день его рождения. Ветеран отметил 95 лет в Санкт-Петербурге, где родился, где уже долгое время живет после переезда из столицы Колымы. Михаил Владимирович Ашак – последний ныне живущий герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны из числа морских пехотинцев.